власні очі. Ну а зараз ми уроки вокалу. Да, запрошуємо нашого викладача Ірину Третьякову. Проходьте, будь ласка. Проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Всім привіт. Ірина пообіцяла, сьогодні буде над нами знущатися. Ми готові. Да. Очень ждала. Давайте ми быстренько з вами розпаємося, чуть-чуть буквально розігріємо зв'язки. Хочу сразу всім зрителям сказати, що то, що ми сьогодні будемо робити, нельзя робити, якщо голос не поставлен. Ну, ми спробуємо. Давайте подишимо. Буквально вот три вдоха. Набирайте в живот воздух. Плечи опущены. Очень спокойно. Хорошо. Хорошее утро сегодня. Давайте помычим. При этом почувствуйте, как у вас звук наполняется. Вот вашу голову, ваше тело. Хорошо. Теперь чуть-чуть выше. Кстати, у нас ведущие попадают в ноты. Кто-то мне говорил, что нет, это неправда. Так, давайте еще сделаем такую прикольную штуку. До самого верха. Вот насколько можете высоко. Очень классно это делать утром. Очень здорово. Смотрите, если у кого-то не получается, можно сделать вот так. Они занимаются вокалом. Признавайтесь. У нас был учитель. И мы что-то там уже вмеем. Понятно. Так, а теперь самая моя любимая вещь называется драйв. Я так назвала даже свою школу вокала драйв. Это такая очень интересная штука. Делается она так. Яна. Сейчас мы попробуем. Яна. Давайте, для того, чтобы чуть-чуть перестали бояться меня, сделаем с вами подъезд вверх. Не делайте, потому что вы так будете напрягать мышцы горла, и это будет на связке очень нехорошо. Просто вот как будто вы хотите кого-то позвать. Можно на «эй». Поехали. «Эй». Хорошо, теперь «эй» сверху. «Эй». «Эй». Следите за тем, чтобы у вас сжатие в гортани происходило вверху. Сейчас сделаем такое страшное упражнение. Улыбка. Тримати пальцями? Можете себе помочь, да. Улыбка, да. Опускайте челюсть. Ага. Язык делает такую штуку. Держите, я рассказываю. Вверх, назад, вниз. Делаем. Как будто вы хотите корень языка поднять вверх, потом забрать назад и опустить вниз. И теперь делаем такую страшную вещь. Ха, так целое. Смотрите, главное, чтобы вы не чувствовали этого здесь. Если вы чувствуете где-то вверху, вот это нормально. Да, это отлично. Ні, у я внизу відчувала, так, я відчувала внизу. Да, у дівчинок складніше, у мужчин хорошо всегда получается. Вот. Десь глибоко. Вообще, если у вас появляется рвотный рефлекс, это верный путь, потому что вы делаете правильно. Ну мы сегодня это рок-вокал. Все да. Нормально. Теперь давайте попробуем объединить то, что мы делали. Эй, да? И попробуем сделать эй! Давайте. Эй! Теперь. Эй! А теперь попробуйте сверху взять. Эй! Только вверху сжимаем обязательно гордань. Сверху как? Сверху? Да. Эй! Только сжимаем вверху. Ага. На любой ноте. Сейчас нету синтезатора. Эй! Эй! Давайте кидаем. Трошки заспеваем. У нас залишилося зовсім чуть-чуть, трошечки часу. Ну, якусь пісню таку. Да. Пісню. Окей. Можна на англійській мові? Ну, ми спробуємо. Ну, якщо це якась відома пісня. А, треба, щоб ви знали. Ні, ну, звичайно, да, нам треба щось співати. Ну, тоді тільки «Червона руда», я думаю. Ну, давай. Добре. Поїхали. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Україна з нами. Може, десь у лісах я черділя шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала
Уа-па-па-рам, червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдиний, тільки ти, повір. Ірино, і тут вірити чи ні, але треба прощатися. Треба сказати «Ау!» в кінці. Ірина Третьякова була сьогодні із нами. Завтра будете з нами? Да. Повернемося, будемо співати. Знущання вийшло на 5 балів. До завтра, до 7 години ранку. Пока-пока. Гарного вам дня.